Всем добрый день, сейчас я хочу настроить компьютер, посмотреть, чтобы был слышен звук. Так, ну. Так, сейчас. Здесь меня слышно, меня. Сейчас, секундочку, не могу понять, почему. Нет звука, я не вижу, сейчас, секунду. Вот, пошло. Так, окей. Всем добрый день. Я давно хотел записать это видео. Просто никак не было времени. С этим коронавирусом я за последние 3-4 дня получил очень много звонков по поводу безопасности, по поводу как себя вести в такой ситуации, потому что очень многие мои знакомые знают, что я, ну, это моя профессия, знают, что я детектив, поэтому пытаются обратиться за помощью и советом. Конечно, если бы еще где-то недели 2-3 назад мне рассказали, что у нас такая будет ситуация, что как, я смотрю на это все как в страшном фильме по апокалипсис, конец света, может быть. Не то чтобы паника, но все это очень-очень неприятно. Поэтому я не буду сейчас рассказывать, что надо сидеть дома, надо делать карантин. Я сам, к сожалению, нахожусь в офисе, и моя семья все соблюдает карантин, мне приходится работать, потому что в моей работе не бывает выходных, особенно когда в такие вот ситуации, когда расследование много недель, но больше уже переходит как бы на охрану людей, на охрану собственности и жизни людей. Вот. О чем я хотел поговорить? К сожалению, мы оказались в такой ситуации, когда у нас в стране вирус, у нас закрываются магазины, закрываются бизнесы, люди сидят дома, не идут на работу, и очень нервная ситуация витает в воздухе. Я за последние 2 дня получу очень много звонков от моих друзей, которые мне звонили и говорили: «Стив, а что делать, а какое оружие выбрать лучше, а как пойти купить оружие, какой калибр лучше и все остальное». Вот. А вчера, когда Феликс Кезнер сделал видео с Санни Айлс, где он рассказал, что будет комендантский час, и многим людям это не понравилось, его видео, кто-то начал говорить, что он отпускает панику, что так делать нельзя, так вот я вам говорю: тот, кто предупрежден, тот вооружен. Поэтому это не паника, это предупреждение всем, как себя надо вести. Мы должны понять, что да, в нашем узкоговорящем комьюнити люди не бедные, люди среднего достатка. И сейчас они оказались дома, но у многих есть подушка, финансовая подушка, которая может помочь им выжить какое-то время. Если люди перестанут платить моргичи, ренты, пейменты за машину, то у них останутся деньги на еду и на бензин, что немаловажно сейчас. Вот. Но вы должны, не должны забывать, что мы живем во Флориде. Флорида – это такой штат, где очень много разных национальностей. Это не Алабама, это не Кентукки, это не Аризона. Здесь есть очень много людей с двух национальностей, других стран – Венесуэла, Куба. Ну, много-много раз у нас многонациональная Флорида. И очень большое население, абсолютно мигранты, которые у нас приехали из латинских стран, они находятся за чертой бедности. И если, допустим, для кого-то из нашего комьюнити 200-300 лишних долларов как бы не сильно играет большую роль, даже если они не работают, то эти люди живут от зарплаты до зарплаты, от фелфера до вефера. И для них лишние 200-300 долларов – это очень большая сумма денег, которую они могут не достать. У них бывает по 5-6 детей в доме, по 7 детей. Вот. О чем я говорю? Я говорю о том, что если в ближайшее время ситуация не встанет на свое русло, и люди не будут получать какие-то чеки от государства или что-то еще, кончится тем, что людям нечем будет платить и нечем будет кормить свои семьи. И так как большое количество оружия на руках, но не только легального оружия, но и нелегального оружия, оружие черного маркета, и есть такое подозрение, я так подозреваю, что, возможно, вот эти вот бедные кварталы, эти люди, которые живут за чертой бедности, они пойдут в сторону более
более зажиточных людей, в зажиточные дома, в зажиточные районы, потому что надо будет как-то выживать. Да, у нас есть полиция, но я вот разговаривал с некоторыми полицейскими, и они мне сказали, говорит, Стив, говорит, мы, конечно, будем защищать народ, но нас мало. И у нас есть семьи, и поэтому если будет выбор защищать свою семью или стоять против толпы, скорее всего, мы выберем свою семью. Я понимаю, что могут вести национальную гвардию и посадить людей по домам, но национальная гвардия не будет сидеть на каждом углу, на каждом перекрестке, возле каждого дома дежурить, возле каждого бизнеса, возле каждого магазина. Поэтому, за что я люблю эту страну, за то, что мы можем защищать себя сами, и эта защита в наших руках. Я уверен, что у 80% людей, которые меня слушают на моей странице, внимание, мошенники, закон и порядок, люди имеют оружие, люди знают, как этим оружием пользоваться, люди тренируются. Иногда даже я удивляюсь, потому что гражданские больше и лучше тренируются, чем тренируются полицейские, потому что у полицейских нет столько времени на тренировки. И на руках у людей больше 300 миллионов единиц оружия. Это вместе взятое больше, чем у Национальной гвардии и у полиции. К чему я веду? Мы должны быть предельно внимательны, очень осторожны, особенно в ночное время. Закрывать двери, ставить специальные защелки на двери. Вот я купил недавно дверь, закрывать с той стороны, ее невозможно открыть ее. Пользоваться сигнализацией, алармом. И обязательно те люди, которые имеют право ношения оружия, имеют дома оружие. Те люди, которые не имеют права ношения оружия, не имеют лицензии по закону, они все равно имеют право иметь оружие у себя дома. И пытаться защищать свои дома, потому что даже если к вам в дом кто-то полез, и это будет home invasion или robbery, и вы позвоните в 911, то приезд полиции иногда занимает от 3 до 10 до 15 минут. За это время можно сделать очень многое. Поэтому не надо, конечно, полиция должна помогать, но мы должны надеяться сами на себя, мы должны сами защищать свои семьи. Недавно в интернете пошел такой как бы слушок, что ходят люди в белом и приходят там в белых одеждах, приходят в дома и говорят, что они пришли от государства, что им надо подезинфицировать ваш дом, и как бы они занимаются ограблением. Вы знаете, я сначала думал, что это шутка, но потом я поговорил с полицией, и были уж такие пару случаев. Не пускайте никого к себе домой, кто бы это ни был. Что бы они вам ни рассказали, что они от государства, от дяди Сэма, от FPL, откуда, никого к себе домой не пускать. Если вы не уверены, кто эти люди, не открывайте им двери, говорите с ними через дверь. А если человек, допустим, недавно у меня был случай, я был дома, и у меня есть рингтон, и вдруг рингтон загорелся, и камеры включились, и я смотрю, что какой-то мужик в констракшн одежде, в таком шлеме констракшн, еще двое стоят, он стучится, так что нагло стучится ко мне в дверь. Я подошел, я взял пистолет свой, положил свой бейдж в карман, открыл дверь, вышел с заднего, у меня пистолет был в заднем, что ты хочешь. Вот, мы из FPL-компании, мы должны попасть к вам на бэк-ярд, потому что мы что-то хотим сделать там. Я говорю, у тебя ID вообще есть? Он мне что-то далеко показал ID, я говорю, хочу это ID посмотреть, прямой, дай мне это ID. Он мне не дал. Я говорю, знаешь, такой, иди отсюда, не подходи к моему дому больше никогда, потому что для тебя это хорошо не кончится. Я позвонил в FPL. FPL вообще, кажется, был, ну, кто эти люди, что они делают на улице. Я вызвал прямо Principal Department, а я Hollywood PD. Они приехали, но эти люди уже ушли, не знаю, нашли их и не нашли. Поэтому это очень опасно. Форму можно купить любую, ID можно сделать любое. Вы должны быть осторожны, не пускать никого к себе домой, ни при каких условиях. Это второе. Очень часто были такие случаи, как home invasion, когда человек с улицы заходит домой, его ждут на улице, заходят вместе с ним в дом. Поэтому, извиняюсь, у меня легкий, не коронавирус. Поэтому очень важно, если вы вечером подъехали домой, вышли из машины, посмотрите по сторонам, чтобы не было никаких машин запаркованных возле вашего дома или драйвея, чтобы не было никаких людей, чтобы никто за вами в дом зайти не мог. Потому что если вы впустите кого-то в дом, сами понимаете, что будет. А теперь очень многие люди мне говорят, ну да, у меня есть оружие дома, но я держу его в сейфе, сейф закрыт, 4 комбинации, 5, туда, 5, туда. Это очень все хорошо. Но если будет ситуация как home invasion, то у тебя не будет времени бежать к сейфу и открывать сейф, и сказать, вот тут подождите, постой, сейчас только пистолет достану, и мы разберемся. Такого не будет. Поэтому наш тренер по стрельбе Сэм Барбаков, он проводил уже такие тренинги. В таких ситуациях, если есть какой-то пистолет маленького компакта, маленький, который можно положить в карман, которого можно держать на кармане, надо всегда иметь при себе, даже находясь дома. Как бы ни по сумасшедшему это выглядело. Потому что мы как-то были недавно на стрельбище, и мне один наш
ну, один из ребят сказал, говорит, что был дома, пистолет лежал в сейфе, и кто-то разбил стекло и залез в дом. Он говорит, а я не смог до пистолета дотянуться, но я остался между преступником и пистолетом. Поэтому еще раз говорю, что сейчас в данный момент, особенно в такой ситуации, когда у нас стоит в emergency, когда карантин, когда люди нервные, постарайтесь себя защитить и держать оружие при себе всегда. Находитесь ли вы дома, или на работе, или в машине. Это очень-очень важно. Вот. Потом, что еще хочу сказать. Когда вы выезжаете на улицу, куда-то хотите поехать, имейте в виду, что в останавливаются светофоры, всегда смотрите по сторонам, чтобы к вашей машине никто не подходил. Да, мы живем в Америке, кто сейчас скажет, Стив, ты типа здесь гонишь, о чем ты говоришь, самая защищенная страна в мире, мы живем в Америке, это не так. Это не самая защищенная страна в мире, нет самых защищенных стран в мире, криминал есть везде. Поэтому ослабляться не надо и не надо давать возможность кому-то взять advantage над вами, ни в коем случае. Надо быть очень-очень осторожными. Что еще хотел сказать? Хотел сказать, чтобы вы оставались здоровыми, чтобы никто не болел. Находитесь дома. Я знаю, это очень тяжело, но уважайте других людей. Даже если вы болеете или у вас какой-то насморк, не приносите это никуда. Оставьте при себе, потому что, к сожалению, это не шутка, и много людей заражается, и есть люди, которые умирают, и это очень страшно. Я всегда боюсь за свою маму, за своего папу, которому уже под 70 лет, который имеет предыдущий кондишн, что если, не дай бог, они поймают этот вирус, то все будет очень плохо. А есть какие-то вопросы? Есть какие-то вопросы, могу сейчас ответить в прямом эфире. У нас еще 5-10 минут. Пожалуйста, спросите меня. Если кто-то что-то хочет спросить, я с удовольствием отвечу на вопросы. С удовольствием. Если вопросов нет, я тогда буду сейчас отключаться. Нет, вроде бы вопросов никаких нет. Я думаю, всем все стало понятно. Просто беги себя, никто не знает, как долго это продлится. К сожалению, очень похоже, что это будет очень долго. Вот. Если вот какие-то вопросы у всех моих друзей, клиентов, знакомых, есть мои телефоны, позвоните, спросите. Есть в Фейсбуке такой человек, зовут Сэм Барбаков. Он профессиональный инструктор по стрельбе. Он знает, как обращаться с оружием, как получить лицензию. Да, кстати, вот еще был один вопрос, я про него забыл. Ко мне позвонило пару человек, которые находятся в стране. Они подали на политику, но они хотят тоже иметь оружие, но физически они не могут его пойти купить его. Но по закону они имеют право иметь его дома. Поэтому я не знаю, может, это немножко не кошельно расскажу, но если у вас есть какие-то друзья, которые могут вам помочь, у которых есть лишнее оружие дома, пускай с вами они сделают bill of sale или подарок, как подарок, и если они вам доверяют, конечно, пускай это оружие останется у вас дома. Допустим, у меня есть близкий друг, который не может иметь оружие по всяким там причинам, но дома он его может держать его. Что я просто сделал, я просто был у него дома, ночевал, я просто оставил пистолет у него в сейфе у него, и он знает, что если надо, как... Приобрести оружие может любой человек. Приобрести оружие может любой человек, кто имеет американское гражданство или резидент штата Флорида. Это имеется грин-карт или резидент, у него есть A-number. Тогда да, получить можно, но он должен прийти в магазин, купить все это, оформить, но ему оружие дадут только через 3 дня. Единственное, кто может получить оружие сразу, это люди, у кого есть Weapon Concealed Permit, а тогда им оружие дают сразу. Всем остальным 3 дня надо ждать. Вот, если же вы здесь по какой-то бизнес-визе, по студенческой, там, или ван, или что-то еще, оружие вы покупать не можете. Но при этом на своей property оружие, такой закон, при этом на своей property оружие держать можете, только на своей property. Выносить из дома вы его не можете. Его. И в любом случае, знаете, такая ситуация, что, как была такая была поговорка, говорит, если, знаешь, как, если у меня будет выбор, чтобы меня судило жюри, там 6 человек жюри, или несли 6 человек на руках, то пускай меня лучше судит жюри, так это примерно говорят. Вот, поэтому защищайте свою жизнь и много ни о чем не думайте в этом отношении, что можно, что нельзя. Что еще, какие-то вопросы будут? Все, да, на ночь обязательно еще закрывайте двери, проверяйте засовы. Смотрите, поговорите с соседями. Вот у меня двое соседей, где рядом мои дома живут, у людей есть оружие, люди охотники, мы с ними договорились, что каждый будет наблюдать за своим. Если я уехал куда-то, они наблюдают за моим домом, если они уехали. И всегда, если на вашей улице появится стрэнджер, человек, которого вы не знаете, то всегда надо будет сразу, ну, если вы подозрительно, вызывайте полицию. Вот, но реально берегите себя. Все.
Мы доходим еще большое вам всем спасибо, так как еще вопрос. Смотрите, какое оружие лучше купить для защиты своей жизни. Любое оружие можно купить. Я считаю, что, смотря, опять же, я не эксперт именно по оружию, это на ГСМУ, но любое оружие, шотган, смотрите, заметьте, что вы можете себе взять для женщин. Для женского пола я бы выбрал какие-то компактные пистолеты, не full size. Лично я перешел, я всегда носил Glock 43, он маленький, 9 мм, но там всего, типа, 8 патронов. Я сейчас перешел, я нашел пистолет Steyr, 9-мм, это австрийский пистолет, в нем 20 патронов. Вот. И еще с собой один магазин всегда. Потому что сейчас я считаю, что очень хорошо, чтобы это был какой-то чтобы у меня был компакт, чтобы были большие магазины. У меня сейчас, если я в Глаке носил, у меня было всего 8 патронов, и второй магазин это 16, то сейчас у меня при себе в одном магазине 20 патронов, и во втором это 40 патронов, это как бы более уже серьезнее. Вот, ну, надеюсь, вам это не понадобится, надеюсь, вам оружие не понадобится, надеюсь, вы никого не будете стрелять, и все это мирно пройдет. Существует инструкция по правилам применения оружия на русском языке. Вы знаете, я думаю, такой инструкции нету, но опять же, лучше обратиться к Сэму, я внизу напишу все его данные. Сэм лучше знает, он вам расскажет, потому что у нас тренируют, он нам всем рассказывает, как это делать. Вот, и опять же, как применение оружия. Тут всего два шага. Это когда ты feel fear of your life or life of somebody. Это значит, когда ты, переживаешь за свою жизнь, она в опасности или жизнь близких тебе людей, тогда ты можешь применять оружие. Также ты можешь применять оружие, когда ты находишься дома, потому что во Флориде твой дом – это твой касл, это значит твоя крепость, и никто в твою крепость зайти не может. Также у нас есть stand ground law, закон, что там, где ты стоишь, вокруг тебя – это твой кусок земли, и если кто-то нарушает кусок этой земли, и ты чувствуешь, что эта жизнь твоя в опасности, ты можешь применять оружие. Не обязательно у человека должно быть оружие. Человек, допустим, если ты один, и на тебя напало 3-4 человека, и у них даже нет оружия, но ты понимаешь, что они физически сильнее тебя, они физически тебя могут побить, избить, ты тоже можешь, в общем-то, применить оружие, чтобы защитить свою жизнь. А также, если находишься в машине, допустим, если у тебя машину угоняют, ты находишься вне машины, то, конечно, лучше оружие не применять. Пускай заберут кусок железа, пускай они едут, куда они хотят. Но если ты находишься в машине, на светофоре, кто-то подошел и пытается открыть дверь и вытащить тебя из машины, то ты уже можешь применить оружие. Конечно, было бы хорошо, если было бы все записано, как у меня в машине, у меня две камеры, одна камера смотрит вперед, другая камера смотрит на меня и по сторонам машины. Поэтому даже такая ситуация произойдет, то я смогу всегда показать и объяснить, что произошло. Поэтому, опять же, если ты находишься в машине, кто-то тебя пытается из нее вытащить, это называется киднеппинг. Вот, это ты можешь использовать оружие, чтобы защитить себя, даже у себя дома, если кто-то взломал твою дверь, если кто-то пытается забраться в твой дом, особенно если в доме есть старики и дети, это твой касс, ты можешь применять оружие. Вот, а ты не можешь оружием пугать, ты не можешь вытащить, направить на кого-то, испугать, если ты уже вытаскиваешь, а ты стреляешь. Если, потому что просто так вытащить оружие и испугать, за это можно сесть в тюрьму. Так, да, есть открытые полигоны, в Майами есть открытые полигоны, мы часто ездим в Хомстеде, есть возле военной базы полигон. Я не знаю, сейчас открыт или не открыт, он сейчас все закрыли, да, может теперь. Да, лицензия для покупки оружия. Нет, лицензии для покупки оружия не надо. Если у вас нет лицензии, но вы резидент штата Флорида, вы приходите, вы заполняете бумаги, выбираете пистолет, вы платите, через 3 дня вы возвращаетесь и забираете оружие. Просто вы с этим оружием не можете ходить по городу. Лицензия нужна для того, чтобы ходить с оружием по городу. Я не знаю, просто разговариваю. И для того, чтобы ты мог этот пистолет забрать сразу. Вот. А так, конечно, можно купить без лицензии. Ты только должен показать, что ты резидент или гражданин. А заполнить бумагу, что нет криминального прошлого. И ты можешь тогда получить оружие. Так, а что еще, какие у нас вопросы? Если, ребят, давайте, мне надо просто еще какие-то вопросы, если есть, то я с удовольствием на них сейчас отвечу. Да, не держите оружие в машине. Я когда еду в машине, у меня один пистолет на себе, другой в машине лежит. Но у меня в машине есть сейф, который открыть очень тяжело. Я там держу то оружие и патроны запасные. Вот, если у вас этого нет, то всегда сносите оружие домой, потому что машину могут поломать и оттуда забрать ваше оружие. Будьте очень осторожны в этом. Что еще у нас? Все. Да, то, что мне как посоветуете, какое оружие купить для защиты, я еще скажу, смотря как вы к этому относитесь. Я, допустим, не сильный любитель таких калибров, как 22-й калибр, как 380-й калибр.
Я считаю, что если уже начинают покупать оружие, то это с 9-го калибра, 9-й, 40-й, 45-й, потому что это более-менее сильное действие остановки свидетельства. Так что еще есть, сейчас не камень, посмотрим. Так, это как безопасно, хотя уже дома, особенно если есть дети. Если есть дети, смотрите, у меня дети есть в доме. Что у меня получается? Спальня, где я сплю, у меня на спальне есть замок электронный. В мою спальню дети мои не заходят. У меня есть большой сейф, где лежит там оружие, у меня есть автомат Калашников, у меня есть AR-15, есть Сайга, у меня много есть оружия, у меня есть даже оружие с глушителем, которое мне разрешено иметь. Вот, но это все стоит закрытыми дверями в спальне, за закрытыми дверью, и каждый раз, когда захожу, выхожу из спальни, дверь защелкивается, дети туда не заходят. Я вообще считаю, что детям нечего делать в спальне своих родителей. Вот, а один пистолет, небольшой компактный Glock 43, девятку, я всегда ношу, даже дома я ношу всегда его на боку, где бы я ни находился. Выйду я на патию или к бассейну, выйду, я пытаюсь его держать всегда при себе. Опять же, может это сумасшествие, может это идиотизм, но извините, я сейчас говорю, пускай меня считают идиотом, чем меня будут считать трупом, или я буду находиться в такой ситуации, что я буду кусать локти и говорить, блин, что ж я не взял пистолет, а теперь я не знаю, что делать дальше. Так, в каким удобно будет пользоваться в рамках закона вашего штата, нужно будет тренировки, чтобы здесь хотя бы, это мое личное мнение. Не понял, каким удобно будет пользоваться в рамках закона вашего штата. Я не понял вопрос, я извиняюсь. Так, сейчас, может, кто-то пьет, так, сейчас, секунду, пьет, как безопасно хранить. То есть по улице с пистолетом ходить нельзя. Я еще раз говорю, если у вас есть лицензия, то вы можете ходить с пистолетом по улице, у вас скрытое ношение оружия, потому что во Флориде нету открытого ношения оружия. Вы можете спокойно ходить, как ходят тысячи людей. Но у вас для этого должна быть лицензия. Без лицензии вы это делать не можете, потому что вы будете charge possession of firearm, а это felony, за это можно попасть в тюрьму. Не дай бог, этого не делайте. Так, что у нас сейчас с ними комментами? Так. Ну, в общем-то, все. Я думаю, на сегодня мы закончим. Ребята, еще раз большое всем спасибо. Пишите в личку, если есть какие-то вопросы еще у вас. И я всегда буду рад ответить на любые ваши вопросы. Берегите себя, очень хорошо берегите. Сидите на карантине. Все пройдет, очень скоро все пройдет, хотя я думаю, что жизнь уже станет немного другая. Смотри, я не могу вот так. Если у меня лицензия на просрочную, нужно надо выйти в класс. Я смотрю, насколько у вас лицензия просроченная, я не знаю, потому что есть какой-то момент, что если она просроченная, позвоните в департамент агрокультуры, потому что я слышал такой закон сейчас, что сейчас все просроченные лицензии, как и права, все могут еще работать, по-моему, 90 дней. Я не уверен насчет оружия. Позвоните, узнайте. Вот, кстати, если у вас подходит renewal, и вы не успеваете, осталось 1-2 дня, я наконец попал, и здесь пойти в департамент агрокультуры, надо ждать 30 дней, пока тебе пришлют. Но я поехал в Нейплс. А в Нейплсе есть офис возле Корхауза. Там тебе лицензию печатают на месте. Ты приходишь, заполняешь, и тебе сразу лицензию выдают. Поэтому ждать не надо. А я напишу контакт Сэм обязательно. Вот, все, ребята, берегите себя. Видео заканчивается. Всем до свидания.